Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Ульфат Тагиев, более известный в криминальных кругах как Руфа Гянджинский, оседлал героиновый трафик. Как стало известно ВЧК ОГПУ, в Азербайджане задержан профессиональный киллер, ближайший сподвижник вора в законе Ульфата Тагиева, Руфа Гянджинский, Ильчин Саатлинский. Он имел отношение к убийству законника Надира Салифова, Лоду Гули, в 2020 году и покушению на его племянника Магомеда Курбанова в 2023 году. При себе у Ильчина оказалась партия наркотиков. Покушение на племянника Лоду Гули было совершено в Стамбуле 19 сентября. Когда Магомед Курбанов передвигался со своими двумя охранниками, бывшими сотрудниками спецслужб Турции, по нему был открыт огонь. Один их охранников был убит, другой получил ранение. Позже полиция установила, что исполнителем был киллер Хава, заказчиками Руфа и Заур Ахмедов, родственник воров закона Равшана Джаниева, который, как считается, был убит по заказу Лоту Гули, а им помогал киллеру Ильчин. Руфа жил в Москве, а сейчас в Египте. Хава скрылся в Москве, 2 января 2024 года на него в московском регионе, было совершено покушение, за которым виден Намик Салифов, брат Лоту Гули. В Турции оставался Ильчин, которого отправили под аналог российской подписки о невыезде. Дожидаться, как будут развиваться события, он не стал и решил перебраться в Азербайджан. Причем не с пустыми руками, а взяв с собой 3 килограмма амфетамина. При незаконном пересечении границы он был задержан на территории Азербайджана и сейчас находится в СИЗО. Стоит отметить, что одновременно были задержаны два других подручных Руфа Хан Гянджинский и Самир, у которых при себе оказалось 10 килограмм афганского героина. Считается, что Руфа в последнее время организовал переправку в РФ крупных партий различных наркотиков, в первую очередь героина. В основном они идут вместе с партиями помидоров на Фуд-Сити.